Говорят, не надо худеть, чтобы нравиться другим. Не надо. Так вы не похудеете. Потому что когда вы худеете, чтобы нравиться другим, вы же их за это начинаете ненавидеть, что вы не можете как бы обжираться из-за того, что они вас не принимают, какие вы есть. И вы худеете, у вас и без того стресс от похудания, понимаете? И еще вот это все. Но это же просто издевательство. И вы потом отношения, если вы строите, вот это есть девушки, так нахудеют, 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 значит, превратятся в как бы красавец, как им кажется, вот, значит, на всех вот это все, получили вот это все, дальше этот мужчина здесь, и она думает, и это я из-за этого вот это отказалась от мороженого или там от плюшки, от круассана, понимаете, и вот, и это чревато, поэтому для других не надо худеть. Худеть будем сами по себе, так сказать. Как худеть для себя, а не из позиции, потому что вы будете себя лучше чувствовать. Ну, сейчас вы можете мне не верить, но поверьте, вы будете себя значительно лучше чувствовать. И что вообще плохого в этой позиции? Мужчины ведь любят глазами. Это прекрасно, понимаете? Если вы в хорошей форме идете, ловите эти взгляды все мужчин восхищенных, ну, я только за, я же не против. Но просто если вы ради этого начнете худеть, ради их взглядов, то вы их будете, их взгляды, ненавидеть. Потому что